Я не любила детский сад и отказывалась в него ходить. Родители не понимали, почему, и уговаривали меня, говоря, что купят мне все, что я захочу, если я туда пойду. Сперва я ходила, и все было норм, но после этого случая мне было страшно даже просто зайти за калитку сада. В тот день утром я захожу в сад, в нашу комнату, но никого из детей еще не было. Родители ушли, воспитатель тоже еще не пришел, я сижу одна, но тут дети вылезают из-под кровати в спальной комнате и говорят мне: «Прячься под кровать, мы хотим воспитателя напугать, типа мы пропали». Как все дети, что заходили, прятались под кровать, в какой-то момент заходит воспитатель, а никого нет. Пусто. Она ищет детей, не понимает, куда все пропали, и как только она заходит в спальную комнату, мы все выскакиваем с дикими криками и несемся на нее. Воспитателя это очень взбесило, и она решила нас наказать. А именно загнать нас всех в маленькое помещение ванной комнаты и закрыть на ключ. И так она нас туда загнала, закрыла и не выпускала минут 20. Там было очень тесно, дети стали беситься и швырять полотенце, обливать друг друга водой, а мне вдруг стало очень плохо. Я присела у стены, тряслась от страха, молилась, чтобы нас скорее выпустили. Меня никто не замечал. В какой-то момент я потеряла сознание, как воспитатель